Бабушка сказала, что тебе пинка даст. Тебе пинка даст. Она говорит, тебе пинка даст. Что ты меня таскаешь туда-сюда, обратно. Жару. Сказала, что мне нам нужны деньги. Она сказала, пинка надо. Пинка, она сказала, тебе надо. Она продает там картошку? Продает она все. Она сказала, что когда продаст, тогда позвонит мне, чтобы я подошел. Ты пока стоял, спрашивал, ты картошку? Нет. Никто. Даже никто не купил? Нет. А что, помидоры действительно продали? Нету помидоров? Нет. Ой, дай мне. На, повешай. Че ты натворяешь? Зачем ты трогаешь? Ну я переплакаю постель, что нормально. Стул нужен. Ничего не нормально. Нужно крышку тебе водой. Саша, какая брызга там? Какой брызга? Просто водой, солнце. Дай попрыскать. Это фигня. Неумеха, неумеха. Жестко. Ван Гоги. Ван Гоги.
грустнее, как я. Грустнее, как я. Грустнее. Грустнее Ван Гоги, грустнее Ван Гоги, грустнее Ван Гоги. Грустнее Ван Гоги. Ах, грустно, Ван Гоги. От этого нейролептика вообще что-то. Даже если его по частям принимать, все равно сон клонит жестко. Еще жара. Грустнее Ван Гоги. Грустнее Ван Гоги. Грустнее Ван Гоги. Были мои глаза, на мой взгляд, все потерял, все. Свой автопортрет передал, мечтал, чтобы Ван Гог был моим другом в реальности, что у меня не было друзей. Грустные Ван Гоги. Грустнее Ван Гоги, грустнее Ван Гоги. Алименты — это не альфонство, да. Это нормально. Выгнать мужа, заставить его платить элементы. Офигеть. Это нормально. Это не... Содержанка называется. Это нормально. На альфонсе делает. Вы не стали. Грустнее Ван Гоги. Грустнее Ван Гоги. Грустные Ван Гоги, 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 грустные Ван Гоги. Грустные Ван Гоги. Грустные Ван Гоги.